Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришел второй вариант батарейной ручки для фотоаппарата Nikon. В прошлый раз я демонстрировал батарейную ручку для Nikon D5600. В этот раз пришла батарейная ручка для Nikon D3100. Несмотря на то, что у нас уже есть ручка, но единственный ее недостаток, там воспринимает только два аккумулятора от Nikon. EN-EL14A. Ну или просто без буквы A. Но все, что было в предыдущей ручке, которую мы ставили на Nikon D5600, а именно, помимо того, что можно было питаться от стандартных аккумуляторов фирмы Nikon, но и дополнительно от 6 аккумуляторов типа 2A. Как говорится, если есть вариант запаса и использования, это всегда лучше, нежели только один из вариантов. Все это пришло достаточно быстро, благодаря пятерочке. Пришло вот в таком состоянии. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Сейчас мы посмотрим, что из себя представляет коробочка. И как видим, помимо того, что Nikon D3100 можно применять для D3200, 3300 и для D5300, то есть для третьей младшей серии и для пятой. Одним из вариантов D5300. И давайте смотреть, что находится внутри данной коробки. А внутри практически находится, наверное, все то же самое, что было в предыдущем варианте. Даже коробка имеет тот же самый вид. Итак, давайте вскрывать, смотреть. Так, у нас стандартный пультик. Здесь стандартная батарейка CR2032. Ну, стандартная аккумуляторная. Открывается и защелкается, устанавливается. Аккумулятор, батарейка не пришла вместе с ним. То есть придется отдельно приобретать. Дальше кабель для того, чтобы подключать и взаимодействовать. Нижнюю кнопочку для спуска затвора. Дальше вот у нас для размещения двух аккумуляторов стандартных. Есть инструкция, как обычно у нас на двух языках идет. Английском и вот такая инструкция. Принцип, сколько можно сделать снимков, показано с внутренней вспышкой, либо без внутренней вспышки. И как обычно идет на китайском у нас языке. Те, кто не знает, как обычно, китайский, учат китайский, а кто знает хитрость, берет Google Translate и без проблем переводит. И внутри находится среди множества пакетов батарейная ручка. Здесь окошко для инфракрасного пульта, чтобы осуществлять пуск затвора. Дальше здесь у нас можно спрятать крышечку от аккумулятора на фотоаппарате. Ну, стандартный винт 1/4 дюйма. Даже включение, отключение нижней кнопки, чтобы взаимодействовало. Так, и внутри у нас располагается, да, аккумуляторный приемник для 6 аккумуляторов типа 2А. И как обычно здесь силикагель, чтоб у вас вода не скапливалась. Все закрывается, вот здесь вот нижняя кнопка, здесь можно ремешок, здесь также на штатив, резьба 1/4, ну стандартная, здесь контакты спрятаны. И давайте сейчас мы это все дело будем подключать, смотреть, работает, не работает данный блок аккумуляторный вместе с фотоаппаратом, и соответствующее действие проведем и продемонстрируем.
Итак, я вам продемонстрировал аккумуляторную дополнительную ручку для Nikon D3100, D3200, D3300 и для пятой серии D5300. Как видим, все у нас прекрасно работает. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию, как обычно, предоставил вашему вниманию. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.